Сейчас, как бы, типа, начать? Итак, дорогие друзья, давайте начнем уже нашу викторину. Я очень рада, что мы сегодня с Софией опять собрались. Я надеюсь, это взаимно. Да, да. Вот, в общем, идея такая пришла мне на ум, что мы будем проводить викторину. Правда, должен был присутствовать еще один третий человек, кто не составлял бы эти вопросы и не знал о них ответ. Но так не получилось, и в итоге вопросы пришлось составлять мне. Да. Значит, какие правила? Мы сейчас в чате, в «Скажи», пишем любую цифру от 1 до 5 по команде. И у кого число будет больше, тот будет отвечать на первый вопрос, а дальше по очереди. Если человек не знает ответа на вопрос, то отвечает другой человек. Так, открываем чат. Пишем число от 1 до 5. И на счет 3 нажимаем Enter. Раз, два, три. О! У тебя больше 4. Я почему-то думала, ты 5 напишешь. Нет, 5 не хотелось. Так, хорошо. Думала, ты 5 напишешь. Значит, первый вопрос для тебя. Ты готова? Да. Сколько лет ССО? Так, сейчас. Сейчас 2022 год, началось в 2011. 11 лет. Молодец, правильный ответ. Значит, следующий вопрос для меня. На каком уровне раньше открывалась осень? Я знаю ответ на этот вопрос, просто потому что я древний. Я древний игрок, я знаю, но так как я не знала, кто на него будет отвечать, поэтому это логично. На 16 уровне открывалась осень после того, как выполняешь задание целиком и полностью с садом на виноградник. Ого, сейчас я вообще его не выполнила. А, нет, сейчас это... Они сейчас ушли от этого. Теперь не нужно прокачивать сад на виноградниках до максимума, чтобы открыть осень. Да. Так, следующий вопрос твой. Какая порода является первой породой третьего поколения? Первой породой третьего поколения. Так, арабские лошади? Нет. Тогда не знаю, честно. Так, тогда получается, раз ты не знаешь, ответ оказался неправильный, отвечаю на него я. Это канемара, потому что вначале вышли ганноверы, они еще старенького вида. Второго поколения. Да, а после ганноверов вышли канемары, и там уже кардинальная разница. А, понятно. Так, следующий вопрос по факту мой четвертый. Что приоритетнее, скорость или уход? Ты, кстати, что думаешь? Ну, мне кажется, что приоритетнее все-таки скорость, потому что лошадь, если как бы быстрее будет со скоростью. А вот нифига, неправильно, я знаю ответ. Оказывается, если у тебя лошадь даже 15 уровня, у нее скорость, сколько там максимально, 28, но у нее уход единица, то любая лошадь меньшего уровня, но с 5, со 100% уходом будет ее обгонять. Понятно. Так, давай. Пятый вопрос. Ой, блин, сложный тебе попался. Начиная с января, какая идет последовательность праздников в ССО? Начиная с Нового года. Начиная с Нового года. Ну, Новый год пошел. Так. Потом у них идет в этом году. Так, потом у них праздник Святого Валентина, который они пропустили. Да. Потом идет. Пасха, потом идет фестиваль конного спорта. Так. Так, потом идет летний фестиваль на Форт Пинто пляже. Летний. Так. Ну вот это тут, как он называется, не помню. Так, дальше идет. Так, стоп. Весенний фестиваль — это же день, который открыт дверей конюшни Юровика, да? Вот этот вот. Он также считается, получается, весной. Нет. Блин, все. Нет, давай дальше до конца перечисли, а я потом поправлю. Потому что, ну, в принципе, я думаю, ты правильно ответишь, просто там путаница у тебя в середине. Так, осенью Хэллоуин идет. Так. Осень — это Хэллоуин. Так. Так, и потом у них, по-моему... По-моему, потом все. И опять Новый год идет, как бы. Короче, я тебе ставлю галочку, потому что, в принципе, правильно, но учитывая то, что разработчики сейчас начали просто переделывать кучу праздников весной, смотри, значит, День Святого Валентина, потом 1 апреля праздник был. А, ну его я просто не помню, потом, я никогда не участвовала. Потом был, по-моему...
Пасха. Нет, потом вроде был этот, как его, радужный праздник. А, да. Потом день летнего солнцестояния с шестого. Потом праздник летний Форт Пинта. А, да. Потом у нас идет день рождения ССО и одновременно с этим день открытых дверей конюшни Юрвика, кажется. Или рядом, но не осенью. Нет, день рождения Star Stable, они писали в своей группе, что у них через месяц день рождения, что ли, наступает. Ну, в сентябре. Да, в сентябре. Ну, хорошо, значит, день рождения ССО, потом день открытых дверей конюшни Юрвика, Хэллоуин и Новый год. Жесть. Они в весну впихнули столько праздников, сколько за весь год раньше не было, наверное. Да, у меня вообще, я запуталась в них. Даже я не могла постоянно снимать, потому что я просто путалась, я не успевала ничего делать. Так, шестой вопрос мой. Какая порода второго поколения была самой дорогой, не считая фьорда 10 уровня? Жесть. Это были арабы второго поколения. Да, они раньше считались очень дорогими, я помню. Вот, вот, да, вот поэтому арабы. Хотя, вот, если считать именно самая дорогая, какая лошадь была, то это был старый фьорд, который был прокачанный до 10 уровня. Он стоил 1000, по-моему, СК или чуть больше. Понятно теперь, почему их убрали? Нет, он был один, единственный. Один? Их стояло 6-7 мастей фьордов, которые стоили, по-моему, 800 с чем-то. И один фьорд, он дублировался. Просто он был прокачанный до 10-го автоматически и продавался прямо в игре. О, прикольно. А чё же их убрали тогда? Я не знаю, это была самая милая моделька лошадок, и мне до сих пор грустно, что я смогла только благодаря соклубнику купить одного. Я бы всех скупила, а смогла только одного. Понятно. Я тогда не зарабатывала деньги так много. Понятно. Чтобы донатить. Так, следующий вопрос твой. Где? О! Да тебе легкие какие-то вопросы попадаются, что такое? Какое основное зло пытаются победить защитники Айден? Ну, вообще-то это как темное ядро, Гарнок, вот это вот. Гарнок, да, правильно. Что, какие-то простые вопросы. Ну, а потому что это по очереди идет, как получилось. Ну, блин, я тут вопрос написала, я надеялась, что он выпадет тебе, а в итоге он выпал мне. Сколько лет на самом деле Фрип был в коме? А вот это я не знаю. Так как я играю с 17-го года, в 17-м году началась, или 18, нет, в 17-м году началась сюжетка с Пандорией. И чтоб ты понимала, мы ждали, когда Фрип выйдет из комы, то есть вот те, кто играет с 17-го года. Мы ждали 4 года. Ого. Мы ждали реальных 4 года, прежде чем выпустили задание, когда он очухивается. А в итоге сейчас игроки, которые играют, у них это, знаешь, как выглядит? Они выполняют сюжетку, Фрейм впадает в кому. И на следующий день он уже выходит из комы. Да, легко. А мы ждали 4 года. 4 года. Так, следующий вопрос твой. Как раньше разработчики выпускали лошадей? Вот, сложно. Ну, ты имеешь в виду, с какой часть, как часто? Или ну как? Вот какой у них был принцип выпуска лошадей? Ну, бывали на праздники, приезжали просто лошади как отдельно, как сейчас. А раньше у них, ну, не как сейчас, прямо из-под машинки, очень редко. То есть они их сначала показывали, по-моему, какие-то спойлеры, как они выглядеть будут, а потом уже давали. То есть не как сейчас, почти каждую неделю новые лошади. Ну вот, допустим, вот у них обновления, выходят лошади. Как они выходили? В смысле? Ну вот, допустим, вот вышло обновление. Должны будут добавляться лошади. Что было особенного в то время в выпуске вот в это вот обновление с лошадьми? В отличие от того, что как сейчас. По-моему, еще добавляли... Я помню, какие-то смотрел новости, где лошади добавлялись прям со снаряжением на них. Нет, не это? Нет, это специально отдельный праздник был. Ну не праздник, а событие, это не то. Так, убирали какую-то породу. Нет, это сейчас они стали убирать. Да, это сейчас. Давай, думай, человек. Сейчас, так. Тогда они просто-напросто добавляли в магазины какое-то снаряжение. Нет? Нет, именно лошадей. Думай.
лошадей. Добавляли прическу какую-то? Нет. Новое поколение? Нет. Что это? Сдаешься? Да. Все, ответ девятый уходит ко мне. Они раньше не выпускали всю породу разом. Они, если вот выходят обновления, в которых добавляют коней, то выходило 3 лошади разных пород и примерно похожих мастей. Прикольно. То есть, если я не пробовала, у меня такого не было. Если, вот, допустим, выходит там обновление с конями, то выходит в один день 3 коня. Это, допустим, mm-hmm. вороной мустанг, вороной лепицан и вороной исландец. Раньше Понятно. Всегда в обновление добавляли 3 лошади разных пород, но похожих мастей. Вот как. Прикольно. Так, 10-й вопрос. Мой. Да. Но ты тоже можешь на него пытаться ответить. Где находится самая высокая точка в игре? О, это легко, это гора Фиргроув, которая... Я просто смотрю, где она находится, я что-то забыла. Я помню, как до нее доехать, а на карте, где она, я забыла. Так, это мой вопрос, и мы его знаем. А давай я тебе тоже поставлю галочку. Ну, спасибо. Так, 11-й вопрос. Ууу, твой вопрос. А, блин. Какую прическу для персонажа убрали самый первый? Ой, я знаю, у меня, по-моему, была такая, она, знаешь, как викторианская, такая белые волосы, и сзади зачесана, как трубочка какая-то. Может быть, как бегудишки на концах? Да, вот такая вот. Ну, там убрали не только белую, а все, в принципе. Они разных цветов были? Да, всех цветов они были. Этого я не знала, я просто знала, что вот такая была белая. Ну, короче, галочку ты получаешь. 12-й вопрос мой. Какую цепочку заданий нужно выполнить обязательно, чтобы открыть Эпону? Ужесть. Так, хорошо, что не мне. А ты не знаешь? Не, я проходила, но я все забыла. Если ты не выполняешь задания, связанные с туристами, то никогда не откроешь Эпону. Тебе обязательно нужно вначале найти туристов, когда они уехали кататься на лошадях, помочь им. Потом... В какой-то момент у них появляется цепочка заданий с поиском Греты, которая длится почти неделю. И вот если... я вспомнила, но появляется у мистера Андерса, который на озере, потому что он говорит, нет рыбалки, и когда поставишь, уже у туристов появляется в Элдейле этот мангал, как они сначала подожгли, а потом уже стали Грету искать. Да почему тебе такие легкие вопросы попадают? Это нечестно. Почему большая Бонни убежала из деревни? Потому что она думала, что так как она не могла часы починить, и в итоге чинила я их, всемогущая я, она просто давала там направление, потому что она считала, что люди ее будут ненавидеть за то, что она не смогла починить часовой механизм. Правильно. Убежала только парня. Правильно. Вот. Так, 14-й вопрос мой. Да что ж такое, ну блин, почему мне сложный вопрос? Сколько страниц было в шкафу новой конюшни изначально? Ты знаешь ответ на этот вопрос? Нет. Я знаю, раньше на каждой вкладке было по 10 страничек. Сейчас по... Что? По 17, по-моему. По-моему, сейчас 18 даже. У меня на 18 лежит что-то. Вот, а раньше было только по 10. Ну, они, я помню, зимой даже писали, для особенно рьяных коллекционеров добавляем то-то, то-то. Так нет, было 10, потом они сделали 15, а сейчас уже больше страниц сделали. Да. Или 15 до сих пор, не знаю. Так, 15-й вопрос, твой. Ты готова? Ты готов? Что убрали из зимней деревушки? Так, думай. Соня, думай. Это было сделано недавно. Это было недавно сделано, буквально, по-моему, то ли прошлой зимой, то ли этой зимой. Так, думай. Так. По-моему, там убрали. О, так. Так, вспоминай. Там что-то было такое. Там было что-то прям вот, знаешь, значимое такое. Вот без чего зима в ССУ вообще не зима. Ёлки? Нет. Нет, ёлка там стояла. Так, сейчас. Ну, я когда смотрела старые видео про Star Stable, там можно было поверху ходить по вот этим горам. Это так? Убрали нет, горы? Нет, не вот то, не то, нет.
так. Причем некоторые игроки любят показывать это в летнее время, чтобы те, кто еще не видел зиму, удивлялись, а те, кто знали зиму, как бы... Ой, да, я вспомнил, я сама так хотела, да, олени, медведи, да, вот это все. Да, олени, оленя пыльца. Да. Правильно. Блин, обидно, конечно, что я не попробовала. У тебя ни одной нет? Нет, ни одной у меня вообще нету. В принципе, я никогда не могла сесть, потому что я как попала, уже этой зимой их убрали, не было. Ой, жалко, у меня и остатки еще есть, я их не трачу. Но если надо, я могу показать. Так, 16-й вопрос. Да что ж такое? Да что... Почему мне все такое сложное? 16-й вопрос. Назовите все закрытые локации своими словами. Так, значит, Ведьмина гора в Ярлхейме, которая окружена горами. Замок в Осени. Вся верхняя локация, которая вообще выше Серебряной Поляны и выше Осени. Вся она закрыта, куда, по идее, ушли фьорды. Вулканическая локация в зиме. Да. И, возможно, локация в горах между Мистфоллом и Ранчо и Старшайном. Да, и вот это как раз я сейчас на карту смотрю, она тянется, да, это вот прямо у нас идет. Да, вот, возможно, вообще. Она еще. А, ну, ну в принципе, вот та локация, что выше Осени и Серебряной Поляны, там как раз вот этот каменный круг, по идее. Да, да. Вроде бы все. Все же? Угу. Чу. Да. Я молодец. Галочку. А, и можно еще сказать, что практически весь город Юрвик, потому что на карте он показывается, но доехать туда нельзя. А как на карте он показывается? Где он на карте? Ни разу не видела, скажите. Ты мне. Когда бежишь на автобусную остановку и выбираешь остановки, ты посмотри, там целая карта города, тюрьмы на воде и лошадиного острова, на который раньше отправляли лошадей отдыхать из конюшни. Да, да, помню. Так, это мне галочка. Я чуть себе галочку не забыла поставить. Не надо забывать. 17-й вопрос твой. Каких питомцев убрали из игры? Так, ну ты имеешь в виду, которые ты ивентовые были такие, да? Нет, ну-ка выйди из магазина и палишься. Так, я не знаю. Так, сейчас подумаем. Ну вот каких питомцев ты могла видеть у кого-то, но их точно нет в игре вообще. Вот не то, что ты знаешь. Я поняла. Нет, стоп, козёл есть. Так. Есть козёл, так. Так. Козёл был. Козёль. Но они не ивентовые. Я видела осла. Нет, осёл это сборочный, из коллекцию надо собрать. А, я собрала, у меня есть осёл. Всё. Так, что тогда? Так, что же были такие питомцы? Так. Ну, которые приезжали просто с волшебными лошадьми? Нет, не волшебные, просто питомцы. Но они тоже, кстати, раньше приезжали. Но даже я их не застала. Жабы! Даже... Жабы! Лягушек брали, помните? Лягушки были. Ну, действительно, я что-то про лягушек-то и забыла. Я просто... В принципе, говорить. Это правильно, но вообще-то ответ должен был быть еще другим, так что думай. Так, были лягушки, убрали. Огненного паука с Хэллоуина убрали. Его не убрали, он вернется с Хэллоуином. Так, что же еще убрали? Я тебе галочку так и быть две поставлю, если угадаешь. О, так, сейчас думаю. Но если не угадаешь, я себе галочку поставлю еще одну. Ну ты, я тебе галочку за лягушек поставлю, потому что непонятно, вернутся они или нет. Они, по-моему, в 2016 году были и ушли. Так, нет, они были в 17-м или в 19-м. Точно. А, понятно. Они два раза приезжали с 17-го года, я помню. Так. Сдаешься? Так. Да, блин, какие-то. Крюшки! Крюшки были! Были питомцы поросята. Поросята были, а я пропустила, блин. Хочу крюшку. Они были последний раз в 16-м году, даже я их пропустила, как зиму.
обидно. Это грустненько. Был белый поросенок, нет, был чисто розовый поросенок, черный поросенок и розовый в черные пяточки поросенок. Ой, у меня розового в черное пятнышко. У меня знакомая подруга очень хочет черного, но их больше, наверное, нет. Так, дальше, 18-й вопрос мой. Так. Самые первые бегающие питомцы. Ты знаешь ответ, нет? Собаки? Нет. По-моему, не собаки. Мне кажется, это были чайки. Они же не бегают, они летают. Ну, имеется в виду, что самые первые бегающие, в смысле, кто из рюкзака достается, это были, по-моему, чайки. Самая первая чайка была, это, по-моему, дня рождения или какой-то праздник был, она с колпачком на голове. По-моему, это чайки. Так, 19-й вопрос. Нет, мне кажется, это простой вопрос. Тебе повезло. Какая лошадь второго поколения считалась эталоном крутых клубов? Фриз. Ну, это было легко. Галочка. У меня просто есть фризы, и я видела старые видео, где все на этих фризах. Они сейчас как бы третьего поколения стали того. Ну да, ну вот второго поколения они были крутые. Так. И 20-й вопрос мой. О, ну да, давай я тебе тоже его задам. Если ты ответишь, я тебе галочку поставлю и себе тоже. Какой розыгрыш, связанный с продажей лошади, сделали разрабы на 1 апреля? Продажа лошади, то есть как ты можешь купить, да? Ну нет, вот в принципе, они сделали один розыгрыш на 1 апреля с продажей лошади. Вспомнила. Ну, в смысле, не с продажи лошади, это с их стороны продажа лошади, а для нас это была покупка. Я поняла. Форд Пинто стоял огромный шайер, просто нереально, с этой с гибкостью 300 с чем-то там, с невероятной скоростью и так далее. Он стоил 25 старкоинс, а купить его было нельзя, сколько бы ты ни тыкал. Да, молодец, ты угадала. Это был он. Итак. Да. Ну что ж, мы прошли 20-вопросную викторину с кое-как напополам, можно считать. Узнали много чего интересного или подтвердили свои знания. Сейчас будет подсчет. У Софии у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 очков. Из 20, пипец. Подожди, там некоторые вопросы мы на двоих делили. А. Так, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И удари ее любимое число 13 очков. Прикольно. Дарья побеждает в викторине. Просто потому, что она более древний ЕСС-ошник, чем... А что показывает, когда ты только сидишь, что смотришь на лошади третьего поколения, ты знаешь куда меньше, чем знают олды, в принципе. Я вообще практически старикан. Есть динозавры, а я старикашка такой. Катается тут на лошадках. Я вот старикашечка такой. Вот. Так что... Вот такая вот, кстати, веселая викторина получилась. Мне она понравилась. Да, мне тоже. Вот, ты узнала что-то новое, к примеру, и что-то интересное? Я узнала, что поросята были в игре. Я вообще не знала, что поросята когда-то добавлялись в игру. Я думала, ты у кого-то их видела. Они, по-моему, в старых видосах для, ну, на Ютубе очень часто встречаются. Никогда не видела поросенка вообще. У меня, я не знаю, кто-то из клуба есть с поросятами или нет, но, в принципе, они были, и их, по-моему, много кто покупал. Прикольно. Вот. Так что получилось действительно классно. Я очень рада, что получилось снять еще одно видео, развлечься, посмеяться, немножечко попаниковать, как на экзамене в хорошем смысле. Да. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и... Мы с Софией с вами прощаемся. Также оставляю ссылку на ее канал в описании. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Пока! И до встречи в следующем видео!